Стартовал чемпионат профессионального мастерства среди молодежи с инвалидностью «Обилимпикс». Это региональный этап национального чемпионата профессионального мастерства, который продлится до 12 октября в столице республики Нерюнгри. Более 50 участников покажут свои навыки поварского искусства, кондитерского дела, шитья, сетевого системного администрирования, экономики и бухгалтерского учета. Большинство участников – студенты, но есть среди них и молодые специалисты, работающие на предприятиях республики. Оценят работы представители различных образовательных учреждений, а также независимые эксперты. По итогам соревнований победители отправятся представлять Якутию на всероссийский чемпионат «Обилимпикс», который пройдет в конце ноября в Москве. Чемпионат профессионального мастерства «Обилимпикс» в Республике Саха-Якутия проводим второй раз. По итогам прошлого года наша сборная приняла участие в национальном финале, где у нас есть две медали. Я считаю, это большой успех. А в этом году мы проводим его уже с большим размахом. Во-первых, 8 компетенций, 3 из них в городе Нерюнгри, 5 компетенций в городе Якутске. Ну и главное отличие – это, конечно же, большое количество конкурсантов. И что радует, в этом году очень много экспертов из предприятий.